15 уголовных дел направили в суд сотрудники Киберпола в Уральске. По словам специалистов, за два месяца работы подразделения это неплохие результаты. Многим обманутым жителям региона уже возвращают украденные у них средства. Альбина Кумаргалиева продолжит тему. Айзада Максотова – жертва интернет-мошенников. На сайте магазина жительница Уральска заказала электронику. Перечислила 150 тысяч тенге. В итоге ни бытовой техники, ни денег. Для меня 150 тысяч – это большие деньги. Для кого-то это одна зарплата. Мы зарабатываем честным трудом, хотим покупать необходимые предметы быта или еще что-нибудь. Сейчас очень много мошенников, которые обманывают людей онлайн. Я надеюсь, что верну свои деньги. И таких обманутых в регионе тысячи. Многие из них надеются на помощь киберполиции. Новый отдел состоит из следователей, оперуполномоченных и криминалистов. С помощью современных технологий они проверяют гаджеты и выявляют программы, с помощью которых аферисты совершили преступление. Сейчас сотрудники Киберпола расследуют 73 уголовных дела. Заблокировано 47 счетов. Из 30 миллионов тенге ущерба 11 миллионов возвращено пострадавшим. На сегодня в основном количестве совершаемых интернет-мошенничеств это 106 фактов. Мошенники представляются сотрудниками банка. 30 фактов зарегистрировано, когда мошенники при оформлении онлайн-кредитов обманывают потерпевших. Кроме того, инвестиция денежных средств, у нас тоже есть такие факты, когда у потерпевших берут деньги для приумножения инвестирования и после этого совершаются мошеннические действия. Таких фактов зарегистрировано 12. За три года интернет-мошенники нанесли жителям региона ущерб в размере около 300 миллионов тенге. Сейчас сотрудники киберполиции используют в работе три системные программы. Оставшиеся две в профильном ведомстве обещают купить до конца года. Альбина Кумаргалиева, Булат Джарылгасов, Эльдар Аюпов, Хабар 24, Уральск.